Уважаемые зрители канала, очень просим вас помочь человеку, который оказался в сложной ситуации. Времени осталось очень мало. Пожалуйста, поддержите и спасите человеческую жизнь. После тяжелой аварии мужчине необходима операция на позвоночнике и последующая реабилитация. С огромной просьбой просим вас помочь нашему земляку из Риги, Латвия, собрать необходимую сумму в размере 8000 евро на операцию и последующие медицинские услуги на реабилитацию. Важна каждая минута и каждый цент. Пожалуйста, если у вас есть возможность помочь хотя бы одним евро, не оставайтесь в стране. На кону человеческая жизнь. Спасибо за ваше понимание и доброту. Спасибо за вашу помощь. Очень вас просим помочь, кто сколько может. Вы последняя надежда. Пожалуйста, не оставайтесь в стране, помогите хотя бы одним евро.